Сегодня в меню – творожный торт суфле. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Яйца – 2 штуки. Сахар – 60 грамм. Желатин – 3 штуки. Сливки – 300 миллилитров. Белый шоколад – 150 грамм. Творожная масса – 150 грамм. Бисквит – 1/2 штуки, полкоржа. Желе фруктовое – 1 штука, пакетик. Персик консервированный – 4 штуки. Апельсиновый сок – 80 миллилитров. Творожная масса в этом тортике очень легкая, нежная и сладкая, а фруктовый слой дает очень приятный цвет. Этот тортик можно приготовить как на праздничное событие, так и просто для приема гостей. Вы можете пофантазировать с количеством и даже цветами слоев, добавив творожную массу 1 или несколько пищевых красителей, все в ваших руках. Испеките бисквит по своему любимому рецепту. Возьмите пол бисквитного коржа и поместите его на дно разъемной формы, меньшей, чем та, в которой выпекался бисквит. Возьмите ацетатную пленку и поместите ее у краев формы, сделав плотное кольцо для формирования торта. Приготовьте необходимые для творожной массы ингредиенты. Растопите на водяной бане шоколад, дайте ему остыть. Залейте желатин холодной водой и оставьте набухать. Подогрейте в кастрюле апельсиновый сок, добавьте разбухший желатин, перемешайте и остудите. Отдельно взбейте сливки и белки. Взбейте творожную массу. Добавьте сахар, растопленный белый шоколад, апельсиновый сок с желатином. Добавьте взбитые сливки, перемешайте. Добавьте взбитые яичные белки, перемешайте. Вылейте творожную массу на бисквитную основу. Немного постучите формой о стол, чтобы масса выровнялась. Оставьте форму охлаждаться на несколько часов. Разложите дольки персиков на застывшем торте. Фруктовое желе разведите по инструкции на упаковке. Залейте все фруктовым желе. Дайте застыть. Выньте торт из формы. Этот безумно нежный, сладкий и красивый тортик станет украшением каждого праздничного стола. Приготовить его очень легко, а фруктовую начинку можно с легкостью заменить на другую. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!